Это у вас в Лазурной гавани турнир и отдых, а у меня работа. Немного. В первую очередь детям. И поласковее, не расстрою их еще больше. Видишь, горе у них. Бедный Аки! У кого же на бедного пса рука поднялась? За что они убили Аки? Он даже белок не трогал. Видно, пес учуял ее. Человека оборотень легко обманывает, а пёсе нюх обмануть не может. Вот расправилась с беднягой. Он даже взвизгнуть не успел. Затем пошла дальше, по следам торговца. Говорят, ночами на крышах. Мне кажется, нас ждет. Нам еще не так страшно, а вот ночами. Дети спать боятся. Не затопчи следы. Гладко сработало, без шума. Никто из соседей не поднял тревогу. Труп нашли, когда рассвело, и стали открываться ставни. Котомка поодаль не тронута. Кошель на месте. Ей нужна была только его печень. Волос. Рыжий. Явно звериный. Нет никаких сомнений, это Кумихо. Нужно отыскать ее логово.
Вот тебе и отсутствие стражи. Улицы захвачены бандами. Говорят, у главаря новая подруга. Рыжая и глаза бешеные. Все сходится. Бандитского короля окрутила Кумихо. Приказала ему защищать старый квартал. Значит, ее логово где-то близко. Следы ведут к стене и исчезают. А вот и кладбище. Умно. Очень умно. Интересно, застанем ли мы хозяйку дома? Yeah.
Смотрите, сестры, сколько душ. Сегодня нас ждет настоящее пиршество. Мидзури. Я говорил, что наша Кумихо гастролерша. Возьмем ее прямо на арене. Ну, как вам, Дайфэн? Люблю улочки старого квартала с их особняками и двориками, увешанными гобеленами. Ну, как вам, Дайфэн? Люблю улочки старого квартала с их особняками и двориками, увешанными гобеленами. Ты начинаешь мне нравиться, но против рыжей бестии у тебя нет шансов. С возвращением, дамы и господа! Вы готовы к зрелищу? Лютерийский рыцарь против рыжей бестии! Красавица с характером! Ох, убийственное сочетание! Это ты, ночной охотник, приходивший в мой дом. Я запомнила твой запах. К черту правила турнира! Я прикончу тебя!
Кажется, становится по-настоящему жарко! Эй-эй-эй! У нас тут не красный арена! Лютерия снова побеждает! Невероятно! Господин капитан гвардии, прошу прощения, дамы и господа! Похоже, Мидзури выбывает из турнира и отправляется в тюрьму! Ох! Вот это поворот! Вот это скандал! Умихо! Поверить не могу! Как она столько скрывалась? Я помню, как доктор приехал к нам в первый раз. Застенчивый, худощавый, в очках. Забавный. Купил билет на все бои. Смотрел, ахал, записывал. На следующий год смотрим в списках. Доктор Бен Брюс, адетайнец. Приятнейший человек этот доктор Бенбрюс, отзывчивый. Отцу моему железную челюсть поставил. Тот в молодости много плавал и, сами понимаете, цинга. Даже денег не взял. Ну что, готовы выйти против ардетайнца? На этот раз я на тебя деньги поставил. Не подведи. Новичок движется вперед, как машина! Но сейчас на арену выйдет настоящий боевой биомех! Удастся ли ардетайну остановить победное шествие? Я наслышан о вас. Это будет интересный поединок. Дайте выяснить это! Поприветствуем доктора Бенбриса! Вот это мощь! К бою! Пусть победит сильнейший! В этом году. Аплодисменты рыцарю Лютерии! Поддержим наших героев! Громче! Пусть нас услышит даже в ардетайне! Лютерийский рыцарь продолжает двигаться вперед и занимает 6-е место в таблице. Не расстраивайтесь, дорогой доктор Бенбрюс.
Лично я все равно ваш преданный поклонник. Ваш следующий бой должен был состояться только завтра, но соперник жаждет встретиться прямо сейчас, как только отмоют арену. Вы в силах? Или перенесем? Мастер Алой Хризантемы, отец Хадона. Человек очень строгих правил. Живет под негласным девизом. Гордиться можно только тем, чего добился сам. Сыну никогда не помогал и заставлял скрывать родство, пока тот не доказал, что заслуживает зваться лучшим бойцом школы. Ну, было дело. Ну, схитрили на испытаниях посредников. Навалились на Лотоса толпой. Получили за это от мастера по первое число. Месяц котлы в весеннем дворце мыли. Хватит. Теперь только честная игра. Вы как раз вовремя. Готовы встретиться со своим соперником? Давай, размажь хризантему. Кто остановит лютерийского рыцаря? Ставки все выше. На арену выходит чемпион Алой Хризантемы. Хадон непобедимый! В этом году Хризантеме не везет. Для вас искусство и игра. Может быть, для нас они путь. К ним вернется удача. Защищайся, рыцарь Лютерий. Хадона. И Хризантема снова не в тройке лидеров. А Лютерия выходит на пятое место. Аплодисменты! Похоже, Хадону все-таки придется мести храм. Господин Фархан, глава совета, прислал вам приглашение. Хочет встретиться лично.
Значит, ни Харика, ни Вантон и ни Хадон. Ардетайнца я сразу не брал в расчет. Круг сужается, но и противники становятся опаснее. Кто же из них? Поздравляем вас с победой! Ну и цена! Любопытно. Что ты видела ваш нет. бой с Вантоном? С вашими-то привычками. Вырасту! Феникс все равно самый лучший.